так, надо начинать, как бы, да. То есть сижу, музычку слушаю, у меня вообще по кайфу. Но пора, пора. Здравствуйте всем, чатик, добрый вечер. Добро пожаловать на стримчик. Сегодня мы с вами поиграем в Total War Shogun 2. Недавно буквально спрашивали об этой игре. Ну и раз у нас уже как бы по стратежкам пошло всякое, да, вчера в Циву играли. Сегодня как бы захотелось внезапно поиграть в Total War Shogun. Хорошая ведь игра. Поэтому, собственно, этим и займемся. Я, правда, скачал, но еще даже как бы не проверял. Так, что вообще тут сижу, короче, вот такой чат. Давай так вот, типа, стрим будем вести. Выходит аддон на ТСО. Будет кооп? Не знаю, может быть. Вот. Что-то я, да, так расслаблен. Я покушал супика, и как бы мне уже нормально, да. И как бы вот, что, сидим. Возвращение ниндзя-аутиста. Совершенно верно. Совершенно верно. Сегодня будет именно оно. Да. Но это для тех, кто в курсе. Для тех, кто прошлые стримы по этой игре смотрел. Кстати, вот в... Хотя нет, хотел сказать, что в Сёгуна у нас у меня больше всего наиграно из всех игр Total War. Но, по-моему, больше всего наиграно все-таки в Рим 2. Сколько тут часов? А тут не пишет, что ли, если оно... А, вот фак. В смысле, почему у меня ничего не написано про Рим 2? Непонятно. Ну ладно. 9 часов наиграли все, но это вообще ничтожное количество часов. Когда-нибудь я увижу Total War Warhammer 2. Мы играли в нее 3 часа. Вот, в первую 4. Не очень много тоже наиграно. Может, когда-нибудь поиграем, слушайте. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, какая компания стандартная для эпохи последнего самурая? Я не знаю. Ну, стандартная, наверное. В эпохе последнего самурая там же, наверное, надо какие-то DLC, я так понимаю, покупать, да? А у меня нету никаких DLC, по-моему, на эту игру. Поэтому, да. Как тебе Цива? Прикольно, но немножко не хватает динамики, мне кажется, в ней. То есть не хватает чего-то. Вот, допустим, как симулятор контурных карт, она прикольна. Но в том же Total War, который по факту тоже симулятор контурных карт, есть сражения, которые очень сильно разбавляют геймплей. Да. Поэтому Total War мне нравится все-таки больше. Крэчет, спасибо большое за 4-й месяц саба. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо большое. А где можно тогда этот стрим увидеть? Какой именно стрим ты имеешь в виду? Так. Ну, запускаемся, наверное, да? Сейчас я гляну. Тут вроде настроено все нормально. На всякий проверю. Вечно с этими FPS-ами какие-то проблемы. Так, кстати, алерты заработали. Вот это радует. Не знаю, что вчера за фигня было. Гаврю, спасибо большое за полгода саба. Поздравляю с золотым значком. Кстати, я хочу переделать значки для канала. Вот именно для подписок. Надо попросить нарисовать новые, может быть, тоже. У нас скоро будет новое оформление для кнопок на Твиче, для стрима. И вот еще думаю, может быть, значки вот это ебануть. Короче, нормально. Запускаем. Запуск. Сейчас будет орать, возможно, что-нибудь там, музыка или типа того. Будем надеяться, все будет хорошо. Здорово, здорово всем. Здорово, гайс. Там про вестернизацию Японии. Нет, у меня, по-моему, нет такого дополнения. Поэтому как бы да. Что это все, да? Это в таком окне будем играть? Не, ну удобно, конечно, но... Не, нормально, раздуплились. Ой, все сбилось. Разрешение 640 на 480, судя по всему. Не настраивал ничего, вот скачал буквально сегодня. И ничего не настраивал. Список скипов все растет. Да. Это да. Здорово, здорово всем. Здорово, чатик. Ты по боевке больше шахматы, чем контурки. Жанр, по сути, другие, кажется, и плюс-минус. А целое тупо... Залипало у него, Соган даже появился из-за этого. Залипало One More Turn. Ну, слушай, в Total War на самом деле тоже можно хорошо залипать. Это в какой-нибудь
StarCraft не получится, потому что там надо быстро все делать очень. Или Warcraft, да? А тут, допустим, можно. Мой интернет меня уничтожит. Так, а вот... Sega. Да, спасибо, то что никаких телодвижений. Вот. Sega. Enhanced for Intel Insight. Отлично. Creative Assembly. Assembly. Сейчас я настрою разрешение, чат. Спокойно там, блядь. Кстати, где она тут? 2560 на 1440. Пожалуйста. Раз уж в битве надо не проебаться, если в туза зайдут. Ой. Какое все яркое. Горобчики, да. Чик-чирик, ебать, кричит горобчик. Хоку. Это там, где смешные моменты с ниндзя. Да, это она самая. Так, горобчики, все работает вроде бы, да? 11 DirectX. Так, ну, музыка заказанная у нас, да, поэтому я так вот, это выключу. Да, если что, можно музяку можно заказать. Сейчас FPS верну, наверное. А может и не верну, не знаю. Будете себя хорошо вести, верну FPS чат. Если нет, то тогда извините. Никакого вам FPS. Так. Сёгун 2. Музяку заказали, наверное, да? Сейчас, секундочку, я настрою. О, Игги Поп. Все равно нет FPS, да? Долго грузится, что-то вообще жестко. И, блин, это даже не игра грузится, а менюшка. Не надо так. Еще 2 часа подождем, чат, пока игра загрузится, окей? Вы не против? У нас сегодня, блин, целый день, целую ночь дождь. Погода такая, знаете, сидеть спокойно и вообще никуда не рыпаться, и неторопливо что-то делать. Мы не спешим. Да я вообще никуда не спешу, да. Куда спешить? Блин, на FPS так что-то и не вернулся, я смотрю. Вот фак. А почему? А почему? На 9-м директе попробуем. Поменьше сделанных FPS. Это будет пошаговая тогда игра. Не, у меня-то нормально все, я-то буду все видеть, это вам будет не очень комфортно.
Сапка отлетела, уже месяц прошел. Возможно. Надеюсь, Тёма за Атома поиграет. Почему именно за? Я не знаю даже, кто это. Стрим по поддержке прямо с Лада. Слушайте, я вообще как бы не умею играть в стратегии, мне просто нравится. И в Total War я вообще не умею играть, чат. Абсолютно. Так что не найдитесь тут на какую-нибудь стратегию, тактику там гениальную. Ничего этого вы здесь не увидите. Так, сейчас перезапустим игру. Блять, эти загрузки они уже достало. Так. Пиф-паф, спасибо большое за подписку на наш канал через Twitch Prime. Спасибо тебе огромнейшее за поддержечку. Спасибо огромное за саб. Добро пожаловать на канал. Располагайся поудобнее. Да. Надеюсь, тебе у нас понравится. Дахаки, спасибо большое за 11 месяц подписки. Спасибо огромное. Слушайте, ну так вроде не лагает, да? Но я все-таки перезапущу. На всякий. Спасибо, гайз, за ресабы, за сабы. Оформите предзаказ. А она не вышла еще, что ли? Не пойму. Блэк же уже вроде игры. А, подожди, это первая часть, да? А, это первая. Окей. Здрасте всем. Gears 4. Доброй дюди. Возможно, доброй дюба. Дюди водя, явно. Владивосток на связи. Здравствуйте, здрасте. Во имя императора. Слушай, ну, наверное, да. Наверное, именно так. Вот. Но это не точно. Конечно, я бы мог перед стримом игру потестить, знаете, там. Но опыт показывает, что даже когда перед стримом ты настроил игру, то не факт, что она будет работать нормально, корректно на стриме. Вот вообще не факт. Уже сколько раз такое было. Поэтому, ну да, да. Профи не тестят перед стримом. Без чата не настроиться. Ну да, чат же мега дельный совет всегда дает. Она даже разворачиваться не хочет. Нормально. Вот поэтому, да. Ты не ты, когда тестил. Вообще у меня всегда практически все у нас нормально. Но на стриме начинается вот такая лажа. Поэтому я говорю, что вообще бессмысленно. Это же из этого, да, из джентльменов музыка. Блин, такая вообще прикольная там. Ну, у Гая Ричи вообще музыка всегда прикольная в фильме. Рассвет самураев, закат самураев у меня есть. И обычный Сёгун 2. Профи встречает проблему лицом к лицу и решает их под давлением сотен взглядов. Да. Согласен. Полдень самураев. Обед самураев. Так, ладно, давайте новая кампания. Сёгун 2. Просто Сёгун 2. Не знаю. А что если выбрать? А что выбрать-то лучше? Закат самураев про пароходы, оружие, артиллерию. Не, я такое не хочу. Я хочу ниндзя, самураи, там вот, конок и такое. Гай Ричи в фильмах — это как Кодзима в играх. Но тут скорее Нолан, как Кодзима. Не, мушкеты — это вообще не очень. Чё по рассвету там, чат? Сёгун 2, короче, да, всё, я так думаю. В закате и такое есть, главное правильно воспользоваться. Рассвет — крайне унылая штука, понял. Ниндзя, самурай, это Ghost of Tsushima. Нифига себе. А, Дахаки. Дахаки, что он творит, чат? Зачем? Что он натворил сейчас? Обалдеть. Спасибо большое. Кучно легли. Гранату туда в толпу нансабов закинул. Спасибо огромное за 10 подаренных подписок. Дахаки, уже 45 сабов на нашем канале задарено. Обалдеть, обалдеть. Спасибо огромнейшее тебе за поддержечку. Спасибо огромное за
целую кучу подаренных подписок. Всех, кого до хаки подписал, не забудьте, пожалуйста, поблагодарить человека в чатике, окей? Вот. И от меня, конечно же, тоже огромная благодарность тебе. Спасибо большое, Дахаки. Так, за кого играли-то? Содержание пехоты с луками дешевле. Повышенный доход от крестьянских хозяйств. Может нанимать опытных пехотинцев и лучников. Так, Симадзу. Наем содержания самураев с катанами дешевле. Возможность нанимать опытных героев с катанами. Повышенная преданность всех военачальников. Возможность нанимать самураев с катанами. Так. Удешевляется строительство и ремонт замков. Может нанимать опытные осадные отряды. Снижена стоимость найма и содержания осадных отрядов. Мори. Снижение найма, содержание всех кораблей. Потому что его зовут Мори, да? Это какой-то этот самый именизм, да? Раз Мори, значит на Мори будешь. Окей, понятно. Те, кого сабнули, станут настоящими сабами, лишь когда продлят подписку. Получить подписку каждый может, а вот удержать единицы. Это сейчас какая-то была мудрость от сосиски. Так, бери земли. Так, Ода. Повышенный боевой дух всех Осигару. Снижение стоимости найма и содержания всех Осигару. Кто такие Осигару, чат? Это с копьями, типа, да? У меня сейчас реклама была, лол. Ну, ты подписался сегодня же. Это значит, что там еще Twitch у него не переключилась в мозгу, что ты саб. Буквально, я думаю, час, может быть, и все уже нормально. Простая пехота, ополченцы, копеечки, слава. Нахуй не надо. Да ты! Отряды наносят доп. Урон при натиске. Может нанимать опытных самураев с Нодати. Нодати. Наем содержание самураев с Нодати дешевле. Нодати — это что за хуйта? Что такое Нодати, чат? Расскажите, пожалуйста. Длинный меч. Нодати — это большая катана. Дрын, понял. Такеда. Повышенный боевой дух кавалерии. Возможность нанимать опытную кавалерию. Снижение стоимости найма и содержания кавалерии. Так. Снижение стоимости найма и содержания киси-нинди. Киси-нинди. Такой. А почему именно Сёгун выбрал, не Три Королевства? Не знаю, почему тут нравится мне Сёгун. Ну, японская вот эта вот эпоха такая вот. Главное нанять шпиона, который в окно летать не будет, а то прошлый до сих пор со сломанной ногой лежит в госпитале. Да, он задолбал в прошлый раз. Улучшение дипломатических отношений. Мецуки. Кто такие Мецуки? Вообще, можно как бы, да, ну, на русском писать. Уэсуки. Снижение стоимости найма содержания сохеев. Увеличенный доход от торговли. Возможность нанимать опытных сохеев. Вероятность успеха монаха плюс 2. Дате для новичков. Кто такие? Так, подожди, дате. Вот это, дата, да? Дате. Тут написано дата. Тут дате. Хоп, пойми. А за кого я играл в прошлый раз, чат, ты не помнишь? Сейчас я гляну. Загрузить. А я за Симадзу играл, да. 56 ходов. Не очень много. Симадзу. А кто такие Симадзу? Не ставь сложность, пожалуйста, ниже высокой точно. Она только написана, что высокая, но сложно играть только на максимуме в Total War. ДТ нормально расположен на карте. Так, а я за Симадзу тут начинал, да? ДТ. Что у них там? Дополнительный урон при натиске, опытных самураев с Нодати. А самураи с Нодати, они как вообще? Нормально в бою себя показывают? Типа, ну вообще, как они? Чем дальше от центра острова, тем легче, по идее. Ну, слушай, да, явно легче начать где-нибудь вот здесь и вот так вот продвигаться, чем вот тут вот, и на тебя все, блядь, нападают со всех сторон. Самураи с Нодати — это стеклянная пушка. Стеклянная пушка. Что это значит, стеклянная пушка?
Брони ноль, но зато бьют больно. В капусту рубят. Все элитные отряды норм. Ладно, хорошо. Я склоняюсь все-таки тогда послушаться мнение чата. Большой урон, но падает с полутыка. Слушай, я не хочу такие, чтобы падали с полутыка. Мне надо, чтобы у них стеклянные пушки. Классно. Но дати — это большой меч, это оказывается, его в него. А, ну там о дати было написано просто. А тут но дати, я и думаю, хуй знает. В центре острова Сёгунат, и все его хотят захватить. Под жопой неразоренный сиди шага, мешаю всем. Бери Симаду. Да я в прошлый раз за них играл. Самурай с катанами. Опытных героев с катанами. В прошлый раз за них играл, вроде нормально было, все нравилось. Сёсокабе. Умелые зодчи. Первые слева лучники на острове начинаешь. Не, лучников не хочу. Тут нет компании Хатори. У нас будет свой ниндзя. Каждой фракции свои спецотряды. Давайте, ладно, начнем. За Дате. Дате, нормально, чат. Симадзу — это самый балансный отряд, и броня, и урон. Ну вот это мне не нравится, то что у них, конечно, вот эти типы быстро умирают. Пробовать через сахенов довольно сложно будет. Слушай, я не умею в это играть. Зачем мне сложно? Мне наоборот надо так, чтобы нормально было. Не хочу я с мушкетами, вообще не нравится. Ремастер второй эпохи империи пройти. Не знаю. Ода Набунага в центре, он сидит, вообще не очень хочу. Скачал ассасина, теперь Total War стример сломался. Мне нравилось за Симадзу, за них и буду, короче, играть. Ну, вот так вот сложность поставлю. Должно быть норм. О боже, тут вообще, короче, жестко. Но Ода в итоге победил. Это потому что он командовал, а не я. Позвольте представить нашего убийцу. Его зовут... Ну чё, погнали нахуй? Он не знает провала. За ДТ и на краю острова, и доступ к морю, и торговля. Но тут тоже край острова и доступ к морю. Все, вот так хочу, короче. Поехали уже, ебано. Уже 2 часа стрима прошло, мы никак не определимся, за кого играть. Баклажан на стебле дыни не вырастет, аригато. Симадзу корабли топ. Так, смотри, что делается. Ё-моё. Ролик пиксельный весь. Петр Гланс делает вид, что он самурай. Вам там субтитры видно, чат? Уже 200 лет сёгуны Асикага правят страной из Киото. Кажется, правление их незыблемо. Гланс тоже японец, ты что, не знал? Но сильнейший. Вот Набунага является лидером Японии. Пришло время новому военачальнику стать. Сложность сёгуна лучше не трогать, это не ум IQ, а просто юниты компьютера автоматически становятся сильнее. Ну, поставил, по сути, среднюю победу? Сложность. Посерединке стоял, значит. Земли дома Симадзу дают нам все необходимое. На ультра Найтмэр надо было. Наши враги многочисленны и исполнены зависти. Они ждут, когда мы проявим слабость. Хуйга. Бунго. Мы ведем свой род от первого сёгуна, Юритома,
Симадзу известны своей верностью. Субтитры видно это там, у нет? У нас в крови. Это был риторический вопрос. Во всей Японии нет мечников, подобных нашим. Наши стремительные клинки устрашают врагов. Отличное произношение. А есть субтитры? Ну, там беленькая маленькая полосочка. Бог войны Бисямон пробудился. Бисямон. Пришло время покончить с нашими врагами. Ну, вам Гланц все озвучивает. Мы не станем больше ждать. Все склонятся перед Симадзу. Она горит по факту. Судьба зовет. Что там, блядь? Я не пойму. С таким богом мы в дерьме. Мы в дерьме! Нет, да нормально все будет что-то. Так, а, тут надо читать. Мы просим... А, мы носим имя Симадзу. Наш дом процветает. Почему-то какой-то акцент у меня странный, да? Не очень подходит. Угу. Мы не только установили полный контроль над провинцией Сацуми, но и волею судеб столкнулись с командой моряков с далекого запада. Их корабль потерпел крушение у берегов Танегасимы. Южные варвары предложили выгодные сделки. Самое главное, они привезли... Кого, блять? Короче, ружья. Короче, нормально все. Что-то они там привезли. Ничего не видно. В таком разрешении, блин, буковки миленькие, пиздец. Так, задание получено. Теперь, когда Сацума полностью находится во власти Симадзу, мы можем и дальше расширять наши территории. Хоть территории назвали территориями, а не какими-нибудь там... Хуй знает, как-нибудь там... Думаю, нам стоит обратить внимание на соседнюю провинцию Асуми. Она плохо защищена и принадлежит нашим давним врагам Ито. Захватив Ито провинцию, мы будем держать Ито в узде, а также укрепим наши позиции на юге Кихи. Захватить провинцию Асуми. Награда, призыв к оружию на 4 хода. После войны мы вернемся либо с катаной, либо на катане. На катамаране, блин. Давай завоюем Италию, и пусть наш бог войны будет Марс. Слушай, Италия далеко. Мне кажется, не получится у нас с тобой ничего. Ну, собственно, на этом начинаем, да? Так, чтобы ваш даймё стал сёгуном, необходимо свернуть сёгунат дома Асикага. Захватить и в течение 4 сезонов удерживать столицу Киото. Тогда император объявит главу вашего дома сёгуном. На сёгунат можно претендовать в любое время, однако с 2 до 5 обед. Скорее всего, первым...